Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сегодня на ролеплей Центральный округ. Мы не здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить маник при регистрации. Так, сегодня у нас, в принципе, новая серичка, пацаны. Меня заинтересовало одно место, а именно русская баня. Я тут шастал по GPS-у и обнаружил, что, оказывается, на родине есть русская баня. Я вообще не знал, что на родине есть хоть какая-то баня, как бы. Поэтому сейчас мы направимся сюда и посмотрим, что там и как. Так, пишем GPS, важные места, и вроде бы здесь где-то должна быть эта баня. Я вроде бы как ее видел, вот, русская баня. Так, давайте посмотрим, где она находится, я думаю, потому что я без понятия, где она вообще может быть. Ага, она у нас получается в Батырево, лол. Я знаю, там такой домик есть, неужели в этом домике баня находится? Так, это уже интересно, пацаны, давайте, я думаю, поедем посмотрим. Ну а с вас, пацаны, обед на лайки. Так, вот я, в принципе, уже в Батырево. Давайте сейчас уже чуть-чуть осталось. Я уже вижу маркер. Отсюда красный свет. Нет, нельзя проезжать на красный, пацаны. Нужно соблюдать правила. Давайте посмотрим на красном, уже доедем. Я понял, где эта баня находится, но я не представляю, какой там интерьер и как там все вообще выглядит. Мне действительно интересно посмотреть, что там и как. Потому что я видел бани на разных проектах, но на родине я даже не знал, что она здесь есть. Поэтому сейчас мы, в принципе, посмотрим. Так, зеленый. И вот у нас эта русская баня, в принципе, находится здесь. Так, давайте я машину возьму. Здесь поставлю. Так, РВС там не будет пока что. Мало ли тачка пропадет, в принципе. Так, все, забегаем, посмотрим, что у нас за русская баня. Ну, так, альт. Войти в баню. Владельца семьи. Так, а, владелец семья. Ага, окей. Так, войти в баню стоит 1000 рублей, пацаны. 1000 рублей стоит, чтобы войти в баню. Ну, хорошо, давайте зайдем. Ох, нихрена себе. Сказал я себе на самом-то деле, потому что, блин, ну вот это реально русская баня. В принципе, хотя я не был в русской бане. Ну, ладно. Так, пранк, водка, коньяк, пицца. Ланч, в принципе, вот что здесь можно купить. Ну, давайте ланч куплю. Плюс 4 хп всего лишь, серьезно? Я думал, побольше дадут. Так, ну здесь, в принципе, все понятно. Давайте пойдем посмотрим дальше. Блин, вот серьезно, банька здесь довольно-таки... Можно веник купить, пацаны. Серьезно? Лол. Блин, можно реально веник взять и кого-то отпарить кого-то можно. Блин, прикольно, даже веник можно взять. Так, а здесь больше дверей нету? А, не, есть. Отсюда я пришел, да. А здесь у нас еще другая баня, но здесь вообще ни хрена не видно, на самом деле. Кстати, у нас плюс 4 хп прибавляется, когда мы находимся в бане. Это довольно-таки хорошо. Так, давайте посмотрим, что еще здесь есть. Алкоголь. В принципе, есть душ даже. Давайте посмотрим. Блин, мне реально классная баня, серьезно. Вот я лучше бани, наверное, в жизни не видел, потому что очень реалистично, как по мне. Хотя не был в русской бане, но, как по мне, очень реалистично. Есть даже душ холодный, я полагаю, потому что, ну, смысл делать горячий душ в бане. Я думаю, сами вы это понимаете. Можно выпить, кстати, давайте. Ну, давайте не будем. Так, вот, как коньяк. Ну, давайте коньяк уже выпьем. Так, давайте пиццу съедим. Вы не голодны, отлично. Это отлично, что я не голоден. Так, давай, Алёш. Так, давай коньяк выпьем. Это я понимаю, пришел в баньку, в принципе, да. Банька, парилка, там все дела. Так, не отлично, у нас есть пацаны. Банный веник, есть бутылка коньяка. Я думаю, все довольно-таки неплохо. И да, у меня есть рулеточка. Давайте покрутим в бане рулетку, короче. Так, есть один рулетка. У меня есть одна рулетка бронзовая, поэтому я думаю, это будет нормально. Так, давайте покрутим рулетку, я думаю. В принципе, посмотрим, что нам выпадет. Ну, скорее всего, экспиха выпадет. Но если выпадут деньги, тоже будет довольно-таки неплохо. Я думаю, никто еще не крутил в бане рулетку, потому что, ну, я такого лично не видел. Так, нам выпадает 4 экспихи. Это довольно-таки хорошо. Кстати, у меня по голосу, я думаю, понимаете, что у меня какой-то голос странный. Ну, на самом деле, я, походу, приболел. Да, потому что, что-то башка болит, слабость и так далее. Так, инвентарь рулетки. Отлично, все. Так, выбираем тогда 3 экспихи, забираем, все. Не, ну, мне чисто баня нравится, реально. 5 из 5 просто даю. 5 из 5, потому что очень классно сделано. Все прорисовано, все классно, все круто. Поэтому, я думаю, пацаны, я вам советую эту баньку, в принципе, посидеть. О, у нас даже бутылка осталась. Я, походу, как-то кнопку перебидел, видите, у меня прыгает. У меня прыгает. Почему ты прыгаешь? Так, стоп. Это должно быть прыгать. Походу, мне надо будет бить, потому что у меня прыгать это вот это. Я нажимаю, типа, как бить, а у меня он прыгает. Ладно, это потом разберусь, в принципе. Ну что ж, я на это буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I